вам с ним, ребята, Кин! Друга на проводе! И прямо сегодня будет самая настоящая проверка на дружбу вместе с Тик-Таком! Ребятушки, всем огроменного болтового привет! Короче, ребята, в чем суть этого видео? У нас тут есть 15 тик-таков! И из этих 15 тик-таков только один настоящий! И мне надо узнать, кто же это! Я буду давать разные задания, и по этим заданиям я буду мочить одного человека. И моя суть — замочить настоящего тик-така! И, ребята, самое главное, приз будет... Терапит Голд, если тик-так останется последним! Я ему реально подарю! Ну чё, Тик-Так, ты готов, сладенький ты мой или нет, а? Ой, ля, чувак, ты только что на меня посмотрел, но я не буду говорить, где я. Ну что ж, мои уважаемые подписчики, если вам нравится подобное видео, прямо на секунду прожмите лайкусик, обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий, потому что тот, кто все это сделает и посмотрит видео без перемоток, получит этот G2S2NES, братва, ко, пристал, плюсик чат. Читай, у тебя пристал на G2S2? Дорогой, да, но ты не знаешь, где я, поэтому ты не увидишь. Короче, смотри, какое же будет первое задание? Первое задание будет крайне простым. А, кстати, да, пацаны, я эту рубрику стырил, говорю сразу, поэтому, не надо писать в комментариях, что я взял какую-то идею. Поэтому все нормально, мужики. Первое задание будет таким. Настоящий тик-так, подойди ко мне. Ну, может, кто-то признается. Вот она! Это ты был? Чувак, как ты меня убил? Ну, жалко, это был не я. Это не ты? Чувак, друзья, а как ты думаешь, подошел я к тебе или нет? Ну, я не знаю. Ну, я видел, шли типы с этой стороны. Ты близко был, чувак. Окей, первое задание мы прошли. Задание номер 2. В этом раунде я найду тик-така по скинчику. Так, мужики, все купили по пистолетику. И с пистолетиком беги, пацаны, динамит. Пацаны, дропы пистолеты, бегом. Берите, быстрее. Чё? Пока он не видит, дропы пистолеты. Вот эти три типа точно тик-так. Вот эти. Так, в сторону отойдите. В сторону отойдите. Мы трое, в сторону. Так, все, эти трое. Стоять, замри. Замри, куда ты? Сюда, тик-так 67. А ты уверен, что это не я? Может быть, это отвлекающий маневр был? Подождите, у тик-така по-любому USP. А у кого USP? Генезис, мы чем в сосну ехали? Тут ни у кого нету USP Генезиса, тик-так! Чувак, а откуда ты знаешь? А почему ты думаешь, что я взял USP Генезис? Я люблю с другими пистолетами поиграть. Это что такое за USP? USP писец. Ой, чувак, это... Надо вспомнить, есть скинуть у тик-така, по-любому есть... У кого я Кодзе? Шаг вперед! Так, ты. Дальше, тик-так 7. Это ты? Это ты? Это не я. Сорян, брат, сорян, брат. Ребят, все, кого замочил, надо выходить. Ну а мы, ребята, переходим к следующему раунду. Так, мужики, все идите на мид прямо сейчас. И вам надо сделать граффити под собой. Пацаны, я на респе, отдаю вам, отдаю скины. Какой респи? Так, мужики, все делаем граффити под собой. Стоп, и стойте на граффити. Бля, чел завис. Тик-так, минус 69. Так. Бля, братан, у меня комп завис. Так, братан, все делаем граффити. Все сделали граффити. В этом раунде я попробую тик-так и найти именно по граффити. И прямо сейчас мы посмотрим. Ну что, ребят, сделали граффити? Тик-так, что там, сделали, пацаны? Можем отвернуться на секунду? Чувак, отвернись. Отвернулся. Хотя в голову выстрелил только. Слышишь? Ты нормальный? Все сделали граффити. Стоп, и все замерли. Так, это граффити самое дефолтное. По-любому у тик-така граффити получше. Так, смотрим на этого типа. Это О! Вот это возможно, тик-так 13! Нет, чувак, это не я, не. Дальше. Вот это тик-так 8. Стоп! У тик-така нет купленного голдпаста! Значит, у тик-така, скорее всего, будет дефолтный граффити. Значит, тик-так, или вот этот тип, или вот этот тип, или вот этот тип, или вот этот тип. Кто-то из вас, а ну-ка, мужики, так, тик-так, ты или ты это, или вот. У тик-така по-любому дефолт играть, потому что он не купил голд пас. Чувак, откуда ты знаешь? Может быть, я купил? Я знаю. Мы с тобой давно обзорчик аккаунта моего не делали. Делали, так. У типа нет скина на USP, это по-любому не тик-так, это по-любому не тик-так. Дам подсказку, у меня красного цвета. Да, ты меня обманываешь, Красноватый, такой красноватый. Помахай мне вверх-вниз. Помахал. Ты на тик-так! 5 мимо! Ой, дорогой, ты моя, выкатал! Я 5 не угадал! Мать моя женщина! Прожмите лайк за это! Блин, тик-так, если честно, это плохим другом, это проверка на дружбу. Поэтому, ребята, мы идем к следующему раунду!
Следующее задание. Вы все должны взять ножички и прийти на мид и замереть. И я вас найду по ножичку. Тут уже тик-так ничего не дропнет. Ой, пацаны, все подошли ко мне. Смотрите, все достали ножи. Подожди, стой, мне залагало, дверь спей еще. Сейчас все подбегают, Это ты? Это ты? Смотрите, прямо сейчас. Так, все сюда, челы, все сюда. Все взяли ножичек, ножичек в руки. Нож, нож, все до единого. Братан, ну извини, у меня нет ножа с собой. Дефолтный скин, это по-любому тик-так. Вот это, кстати, блин, стилет-то. Так, тик-так 12, тик-так минус 4. Кто-то из них настоящий тик-так. Я отвечаю на чувачка. Ля, подождите, не-не-не. По-любому стилет-то точно было у тик-така. С красным паттерном, я его знаю. Ой. Че, не помню, где тик-так? Не, я знаю. Ну, нож. И ты нож, и ты нож. А ну, покажи пистолет, Тик-так, это ты! Это ты? Нет, чувак. Опять не ты! Мама дорогая, да ты чувак, ты рофлишь? Хочешь там подсказку? Давай, да, о, будет подсказочка, найс. Чувак, будет подсказка, я во время того, как ты искал меня, я тебе резанул разок. Ох ты негодник! Ну что же, ребята, а мы перемещаемся к следующему испытанию! Прямо сейчас, ребята, будет следующее задание. Вы все приходите на мид и начинаете танцевать. И я по танцам должен найти настоящего тик-така. Просто все бежим на мид. Ты меня точно спалишь. И вы все должны танцевать. Я буду петь, хочешь еще? Чувак, давай. Мою любимую песню буду петь. Давай. На счет три. На секунду отвернись. Давай, отвернулся. Смотри. Я с дробаша стрельнул. Да кто это? Ищи у кого дробаш, чувак. Ищи у кого дробаш. Кто это выбросил? Так, все, пацаны, все на счет три начнем танцевать. Один, два, три, поехали, танцуем. Ой, на Матина. Мне кажется, это тик-так. Вот это тик-так, вот это, он прыгает выше всех. Это тик-так, сюда. Тик-так, это ты. Нет, это не я. Да ты прикалываешься, чел. Блин, ребята, я зафейлил еще один раунд. И тик-так еще ближе к керамбиту гол. Супротив, который я замочил, ты Левай. Ну а мы, ребята, переходим к следующему раунду. Ну че, тик-так, как тебе мои скины-то, а? Ну вак, это просто импак. Где ты такие дорогие скины взял, а? В смысле, где? На пол дропщики. На пол дроп. Прямо сейчас проходит весенний ивент, который на халяву раздает топовый дроп. А по-моему, промик это вообще получаешь халявную голдишку. Плюс там есть болпасы, короче, там одна халява. Поэтому, дядь, все нужные ссылочки есть снизу. Я побежал. Давай, я тоже, дядь, погнал. Ну что же, следующее задание будет таково. Тик-так очень хорошо играет с дигла. Поэтому, ребята, ваша задача всем купить по диглу. И прямо сейчас вы мне покажете, на что вы способны. И я точно в этом испытании уже найду этого пинча, эту бородавку волосатую этого тик-така. Так, смотрите, я знаю, что тик-така по-любому взрыл и худзе. Так, тик-так 67, сюда, встань сюда. Я знаю, дальше. Тик-так минус 4, встань сюда, сюда. И тик-так 49, сюда. Ля, чувак, как ты близко. А теперь из трех надо выбрать. Стоп, а мы побежим в 40. Утипаем 40 монстров. Так, ты тоже сюда, тик-так 99, сюда. А, теперь из четырех надо выбрать. Ля, у типа тоже. Да вы на приколе, тут у всех М40 или что? Стоп, у типа тоже. Так, тик-так 13, да вы на... Ля, у него М40. Это тик-так, так, сюда. Чел, у тебя тоже дозрел какой-то, сюда, встаньте. Я сейчас по-любому найду настоящий тик-так, и так. Так, ну не надо стрелять, пожалуйста, окей? Так, ну что, ребята, все взяли диглы. Все взяли диглы. Тик-так 99, когда ты смотришь. Тик-так 99, сделай по мне хит. С дигла! Алло, чел, зачем ты М40 взял? Не, ладно, это не тик-так, он вообще... Дальше. Тик-так 49, сделай по мне хит. Это вы слышали, да? Чувак, ну, подлагивай немного, я бы больше. Тик-так 13, тик-так 13, давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, дальше. Тик-так 4. Делай. Ой. Вот этих так! Вот этих так по-любому! Это был не я! Да ты на приколе, чел! Это Габелло! Ребята, я опять зафейлил, и мы опять переходим к новому раунду! Ну а следующее задание будет нереально крутым. Я знаю тик-така уже более 4 лет. И я знаю абсолютно весь его юмор. Прямо сейчас будет творческое задание. Все идут на мид. И ваша задача придумать шутку про меня. И я должен понять, где же пошутил настоящий тик-так. Тик-так 13, подходи сюда. Пиши в чат шутку про меня. И мы еще найдем настоящий тик-так. По-любому, я знаю его юмор как 2×2. Санечка, я тебя знаю. Сейчас пишу. Так.
Кен сделал. Ха-ха-ха-ха! Блин, ты боже, тик-так, так, тик-так 13, ты тут становись, понял, после ситка. Так, дальше. Тик-так 67. Пиши ты. Кентуха на провод. Не, это точно тик-так. Стой сюда назад, назад. Точно, я вас. Тик-так 71. Сюда. Пиши шуточку про меня. А, ну-ка. Так, 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 так. Сладненький ты мой. Я какаш. Нет, точно не тик-так. Назад, назад, назад. Ну по-любому не тик-так. Ха-ха. Так, тик-так 24, иди сюда. Давай, пиши шуточку, сладненький ты мой. Пупсик. А! Когда сотку вернешь. Точно не так. Дальше. Тик-так минус 4. Иди сюда. Кентуха, Лешика, писюн. Чё? Да тик-так такие слова не знаю. Назад, назад. Тик-так минус 11. Сюда, мальчик ты мой. Илюха, писюньте в ухо. Так, ну это точно не тик-так. Назад, назад. Так, тик-так 99. Сюда. Назад. Стоп, я уже мочил вроде этого тик-така или нет? 99. Ага! А где чел тут был? А, вот сюда, сюда. Выдвоем, выдвоем. Кто-то из них настоящий тик-так. Так, замерли. Ну как шо? Думаешь, кто? Как думаешь, кто? Давай. 50-50, чувак. Так, ну что, давай, давайте думать. Ой-ой-ой-ой. Смотри, я знаю один секрет у тик-така. У него 13 сантиметров, поэтому это ты! Это ты? А чувак, ты такой нуб, я не могу. Хоть ты хоть раз ближе ко мне будешь, хотя бы на метр ко мне подойдешь. Чего? Сегодня? Это не ты был? Это трындец! Короче, что, ребят, прожмите по лайку, сегодня, это жесть. Ты ко мне сегодня даже на метр близко не подошел. Теперь нас стало еще меньше. 6 человек, это жесть! Ой-ой-ой. А прямо сейчас будет очень жесткое задание, в котором я по-любому спалю тик-така. И нам для этого задания надо переместиться на плент А. Все ко мне, мальчики мои. Это что за секонд-хенд тут-то? О, полдик. Лё, я 740 прихвачу. Каждый из вас будет показывать свои навыки паркура. В чем так. Суть? Вам надо сделать вот так и... так. И просто вот так. Все. Я знаю, что тик-так просто великий мастер паркура. Ой-ой-ой. Поэтому ой-ой-ой. Прямо сейчас все делаем по очереди. Первый начинает тик-так 24. Давай. Ага. Ага. И... Так, ты становись туда. Ты становись туда. Так, дальше. Тик-так 67. Погнал, родной, погнал. Так, ты становись туда, туда, туда. Ого-го! Слушай, вот это похоже на тик-така. Стоп, у него нож дефолтный, туда. Дальше, следующий тик-так, 99. Маленький ты мой. Оп, ха-ха. Бля, это чё за нубосос? Ого. Так, ты тоже туда становись. Так, тик-так 71. Давай, давай. Прыгай. Чел, все, ты сюда, ты сюда, ты сюда, ты сюда. Вот сюда, прям внутрь заходи, внутрь. Тик-так 71, сюда внутрь, 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 внутрь. Тик-так минус 4. Бля, как долго. Опа, стоять, тик-так минус 4. Сюда, сюда, сюда на пас. И тик-так минус 11, делай то же самое. Я в окошке стал. Тик-так, тик-так минус 11 сюда. А знаете, в чем прикол? Я знаю, то, что настоящий тик-так специально упал. Я знаю, потому что он тик-так брейн. Но я брейн вдвойне, я его перехитрил. Я знаю, что тик-так специально запорол, поэтому, пацаны, вы точно не тик-так, не тик-таки. Тик-так где-то тут. Мужики, кто-то из вас. Ну, скинчики покажите. Так, так. А ножи, 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 ножи. Да стой, отойдите. А знаете, в чем прикол? Я знаю, то, что у тик-така любимый нож стилета, да! Сюда. Так, любимый нож стилета, да! Сюда. Ты убил моего брата, но это был не я! Опять не ты, чел, да ты надоел! У меня сейчас горит! Так, мужики, а мы приступаем к новому раунду. Ну а прямо сейчас будет нереально жесткое задание. Потому что в этом задании тик-таку надо бросить флешку в меня. То есть флешка покупает один тик-так. А вы можете купить любые остальные, поняли? То есть вы можете купить дым, вы можете купить хаешку, что угодно. Но именно флешку покупает только настоящий тик-так. Да я буду ждать. Все, почти. Поэтому вы можете по нему бросать дымы, что угодно, молики. А мне дымы можно кидать или нет? Да, можно, можно. Но флешка бросает именно тик-так. Все, братва. Давай. Я не смотрю, я вернулся. Я отвернулся. Так, дымы. Раз, два, три. Я смотрю. Стоп! Стоп! Это тик-так! Тик-так 67! Стоп! Стоп! Это тик-так! Тик-так 67! Это ты! Нет! Чувак, чувак! Это был я, какой-то фрикшендайзер флешку кинул. Чувак, я специально сделал, чтобы отображалась траектория гранат. Я видел траекторию, думал, типа, брейны перехитрить. Это опять не ты! Чувак, это не я кинул флешку. Это жестяк.
Тик-так должен взять свой любимый скин. Вот тут я точно его найду. Ой, а какой его любимый скин, никто не знает, кроме меня и Тик-така. Чувак, а у меня его не, он не одет у меня. Что делать? Тогда возьми без скина. Это будет еще интереснее. И подходи на мид. Опа. А ну-ка, и все взяли любимый скин. Кунай. Нет, не Тик-так. Тик-так, обожатый Радстикар 12. Я знаю. Я помню, Тик-так это говорил, чтобы дефолт. Так, Тик-так 99, ты иди сюда. И Тик-так 71, иди сюда. Так, а вот теперь, походу, я найду реального Тик-така. А теперь покажите ножи. Так, Тик-так 71, показывай нож. Показывай нож. Так. Ха, блин, сложно. Сделайте граффити, сделайте граффити. Кто-то из них настоящий Тик-так, я отвечаю. По-любому кто-то из них настоящий Тик-так. Граффити сделал ты, Тик-так. Так, слушай, а какой из этих граффити дороже, я не знаю. Так, стоять. Пистолеты покажите. А ну-ка, дигл, а у тебя? Блин, вообще не знаю. У тебя так же был дезрелый. Хотя, стоп. То есть у типа Тик-9. Блин, я, кажись, прям сейчас найду Тик-така. Слушай, я знаю, что Тик-так к этому видео готовился, и он специально брал другие скины, поэтому, скорее всего, Тик-так взял дешевый эпик, значит, Тик-так это ты! Я угадал? Дешевый эпик, значит, Тик-так это ты! Да! Чувак, это был я! Все, мы прошли эту рубрику! Ура! Да, ура! Чувак, ну я держался очень долго, очень красиво. Ребята, прожмите лайк за это нереально крутое видео. Обязательно подпишитесь на мой канал. Я нашел Тик-так, это! Я заставил Киргул. Чувак, ты был так близок. Чувак, я пошел плакать и какать. Короче, ребята, если понравилось подобное видео и мне надо пригласить кого-то из других ютуберов, прямо в эту секунду прожмите лайк. Обязательно подпишитесь на мой YouTube канал и напишите любой хороший комментарий. Ну а если вы хотите поучаствовать в этом видео, также получить на халяву нож, то переходите ко мне в телеграмчик по ссылочке в описании. На сайте был ваш Кентуха. Всем удачи, всем пока.